Несколько сотен мигрантов, собравшиеся с утра перед восточным вокзалом Будапешта, не собираются расходиться и по-прежнему требуют выпустить их в Германию. Городские власти во вторник приняли решение очистить вокзал от беженцев, пропуская к поездам только тех, у кого есть билет и паспорт с шенгенской визой. Накануне официальный Будапешт демонстративно приостановил действие европейского регламента Дублин-3, регулирующего миграцию, и только за сутки в Вену приехали 3650 человек. На поезда международных линий допускают лишь тех, у кого документы в порядке, поэтому большинство беженцев ждут, что же будет дальше, но при этом никто не знает, сколько им ждать, передает наш специальный корреспондент. Ситуация в Венгрии вышла из-под контроля после того, как канцлер Германии заявил о готовности не применять к сирийским беженцам регламент о депортации. «Все мы ждем поезда, чтобы уехать в Германию. Больше нам ничего не нужно, и мы не понимаем, почему полиция не дает этого сделать». Несмотря на все кордоны, в Германию за последние сутки прибыли более 2200 беженцев, большинство из них в Мюнхен, в связи с чем власти Баварии попросили о поддержке другие федеральные земли. Во вторник прибывающих на вокзал Мюнхена встречали не только полицейские, но и члены благотворительных организаций, которые раздавали им воду. Между тем, правительство Венгрии заявило, что не готово поддержать предложение по квотам на прием беженцев и обещает отправлять всех экономических мигрантов в страну, откуда они прибыли.